велосипед Beerbike. Название такое. Это у нас производит то ли Forward, то ли Формат. Одна контора. У них нет моделей, у них есть только цвета, и поэтому модель называется по-разному. Вот Chromium тоже как-то называется. 58-я ростовка самая большая, ну вот на мой 184 нормально. То есть более-менее подходит по росту. В принципе, до 190, наверное, можно с таким подседелом его выставить. Все, прикольный велик, накат очень хороший. Единственное, что под мои 100 кг, конечно, 6,5 атмосфер или 90 пси я накачал, это очень мало. Надо было 8 вообще качать. Ну ничего, прокатился, быстро долетел, даже не вспотел. Что тут по недостаткам? Ну, вот это базовая комплектация, которая здесь идет. Есть фривил, есть с той стороны соответственно кок, простенькие тормоза, тормоед хорошо, жуткая сидушка, в принципе она удобная, то есть такой, ну под жопу вообще шикарно, но вот немножко здесь натирает, то есть надо как-то под себя, конечно, подбирать то, что надо. Руль прикольный, узкий, удобный, тормоза хорошие, грипсы очень жесткие, то есть или в перчатках кататься, или сразу грипсы менять на что-то другое. Резина прикольная, достаточно мягкая. Конечно, в песок, в любую пыльку она врезается прям сразу и режет, и сразу падаешь. Но в целом по асфальту катится очень хорошо. Нормальный велик, при его цене там розничный, по-моему, в районе 20-21 тысячи. Да, и оптовый в районе 15,5 тысяч. Я брал оптовый, конечно, поэтому, ну, не знаю, офигенный велик, мне понравился. Геометрия такая шикарная, то есть на фоточках он смотрится вообще прикольно. Хороший велик покупайте, но меняйте вот по мелочи что-то. Педальки стоковые выкинуть, да, грипсы выкинуть, сидушку выкинуть, под себя подобрать, и можно гонять.